Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я вам хочу показать свой заказ с сайта New Chic. Заказала там летние вещи, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге в этом году лето не радует вообще. И даже вот когда выходит солнышко и вроде бы теплая погода, то холодный ветер. И, конечно, летние вещи я в этом году очень мало приобрела каких-то новинок и вообще на них особо не смотрю, но решила себя все равно порадовать двумя платьями. Я заказала два платья. И, девочки, одно из них мне безумно-безумно понравилось по своему качеству, по своей расцветке. Оно, на мой взгляд, просто потрясающее. Я вам покажу все с примеркой. Вообще, качество вещей сайта New Chic мне безумно нравится. Я считаю, что это очень-очень достойный интернет-магазин. Там действительно очень хорошие, качественные вещи. Вот, например, серьги, которые вы видите сейчас на мне, я их надеваю для летнего настроения, потому что, ну, погода у нас не очень, конечно. И вот такие сережки меня очень радуют. И они, это с предыдущего заказа, кто видел, и они вот никак не потерлись, ничего с ними не произошло, девочки, вот смотрите, да, то есть я их достаточно часто одеваю, ношу и дома, и не только, и мне действительно они очень нравятся, они такие вот, ну, вроде крупные, и в то же время такие вот, ну, для меня лично то, что нужно. Вот, я думаю, что я еще потом закажу себе с этого сайта какую-то бижутерию, потому что мне очень понравилось, действительно. Все ссылочки на заказанную мною позицию я, конечно же, вам оставлю внизу в инфобоксе. Так что, кому интересно, обязательно переходите, смотрите. А также вам оставлю промокод на скидку 28% на товары, которые не находятся в категории распродажа. Так что обязательно воспользуйтесь, если будете там заказывать. Давайте вам уже покажу вещи, которые я заказала. Итак, девочки, давайте я вам покажу первое платье, в которое, когда оно ко мне пришло, ну, во-первых, оно мне очень понравилось на сайте, во-вторых, когда оно мне ко мне пришло, я просто в него влюбилась, честное слово, оно настолько классное, вот по ткани такое ощущение, что это вискоза, очень мягкая ткань, значит, здесь вот такой идет рисунок, как, я не знаю, что это, как... такие, то ли птички, мне даже иногда кажется, но очень красивой. Здесь идет вот такой рукав-фонарик на резиночке, V-образный вырез, и идут вот эти пуговки. Их можно отпороть, но я их оставлю. Мне очень нравится, как они смотрятся. Вот такой здесь рукавчик. Я уже постирала, отгладила, отпарила, чтобы показать вам. Я взяла размер M и не прогадала, кстати. Ну, как я уже повторюсь, я беру по размерной сетке именно на сайте. Здесь идет резиночка. Дальше платье идет такое струящееся, очень-очень мягкое, классное. И вот здесь вот идет вот такой валан, правильно назвать его, да. И внутри идет тоже, идет подкладка вот такая вот. Не совсем я ее разгладила, сейчас смотрю, да, но неважно. В общем, вот такая вот тоже, видите, строчки все ровные. Никаких ниток не торчит, все ровно очень сделано, нигде не перекошено, ничего. Платье просто, девочки, потрясающее, мягкое, очень такое, знаете, даже как холодящее слегка. Ну, мне безумно понравилось, я сейчас его примерю, покажу, как смотрится оно на мне. Ну что, девочки, вот это платье, посмотрите, как оно классно смотрится, вообще, мне так нравится, я просто... Я не знаю, я без ума от этого платья. Я сейчас волосы убрала, но они у меня были убраны, просто чтобы не мешались мне, скажем так. Вот. Посмотрите, какое классное платье. Оно такое... ткань как вискоза такая. Очень... при этом очень легкая, очень классная. Я делала что-то с черными босоножками, хотя сейчас смотрю, мне кажется, сюда больше, наверное, какие-нибудь светленькие босоножечки подойдут. Вот, или даже красный, какая-нибудь красная сумочка сюда, очень классно оно сидит, оно достаточно так свободненько на мне, можно сюда еще поясок какой-нибудь одеть, да, и будет очень симпатично. Вот эти вот пуговки я не хочу отстегивать, хотя они, ну, можно их и убрать, то есть отпороть, они просто пришиты, здесь нет никакого, как сказать,
То есть нету шва никакого, просто можно отпороть, но мне так нравится, девочки, вообще, вы посмотрите, как классно. Очень классное платье, вот это такой городской вариант, вот эти вот фонарики, вообще, мне кажется, с красным хорошо будет сочетаться, с какой-нибудь красными, может быть, сумочкой или босоножками, хотя эти босоножки тоже сюда хорошо подходят. У меня, кстати, нет красных босоножек, но я в этом году уже не буду покупать ничего. Вот, уже на следующий год, но платье просто бомбическое, девочки, оно просто, смотрите, видите, вы идете и так воланчик. Ой, слушайте, вообще, я обалдею от него, она настолько приятная, она настолько, ну, не знаю, просто, просто, на мой взгляд, потрясающее платье. Я вообще, это, наверное, теперь одно из самых моих любимых платьев будет, летних платьев, да, очень классно, очень красиво, вообще обалденно. Следующее платье, девочки, для меня это такой более курортный, наверное, вариант. Оно идет на запах, вот здесь вот, но очень классно сделано тем, что оно не распахивается. Просто у вас будет, если будет ветерок, то у вас будет видна красиво ножка, и все. И идет вот волан, да, внизу по всему, и видите, оно сзади чуть длиннее, чем спереди. И, соответственно, волан идет вот так вот по всему подолу, да, правильно это так назвать. Вот так вот красиво. Здесь сделаны завязки. Здесь нет резиночки, да, просто собрано, выточки. Мне кажется, это платье подойдет и на большую грудь, и на маленькую. Я специально сейчас не включаю никакого освещения, потому что, ну, дополнительного, да, только дневной свет, потому чтобы правильно передало оттенки, да. И здесь идет вот такой вот рукавчик, тоже с воланом, достаточно такой вырез, но он глубокий, но вот именно то, что нужно, не больше, не меньше, именно то, что нужно, очень классное. Я взяла в размере L, взяла на самом деле специально в размере L, чтобы оно было, сидело на мне более просторно, потому что для меня это курортный все-таки больше вариант, нежели городской. Ну, хотя можно и в городе спокойно одеть с каким-то обувью, как-то красиво обыграть. И будет просто потрясающе. Опять же, с красивыми аксессуарами и так далее. В общем, сейчас давайте покажу, как смотрится на мне. И вот это платье, девочки. Но для меня это, честно, я вам признаюсь, у меня это, конечно, более такой курортный вариант. И оно мне достаточно свободно. Вот здесь вот, ну, вообще оно мне достаточно свободно. Но оно очень красивое, согласитесь. Прям очень-очень красивое. То есть, видите, здесь какой глубокий запах. Вот видите, какой. То есть, оно будет... Если и разлетаться, то совсем-совсем немножко, и будет просто немножечко торчать у вас ножки за счет вот этого волана. То есть оно не будет вот так вот распахиваться в разные стороны. Мне очень нравится. И вырез, он достаточно глубокий, да, но прикрывает все то, что нужно, и мне это очень нравится. Здесь такая длинная веревочка, я пока завязала вот так. Вообще можно сзади ее завязать. Вот, но мне очень тоже нравится такое. Но для меня это вот, я говорю, это почему-то вот именно курортный, знаете, на вечер одеть. Вечером пойти там куда-то в ресторанчик на море. На море бы только поехать, да? И вот немножко вот такие вот рукавчики тоже очень красивые. Мне нравится такая расцветка. Я делала вот с такими своими шлепками вообще. Ну, не шлепками, это саба, да, называется. Они у меня 100 лет в обед уже. Я их в основном, когда на море куда-то езжу. Вот. Ну, я не так часто, конечно, езжу, как бы мне хотелось, но все же. Я обычно и беру с собой такие вот нейтральные. Ну, сюда и с белыми можно, мне кажется, и на низком ходу сюда подойдет. Вот, то есть такое вот прям летящее, очень красивое платье. И я, кстати, сейчас посмотрела на сайте, этого платья уже нет в наличии, но есть там разные другие, очень тоже красивые, классные. Я вам просто ссылочку оставлю на раздел с платьями, посмотрите. Но мне очень нравится. Нет, ну шлепки надо сюда другие. Не шлепки, а вот эти саба какие-то другие симпатичненькие надо будет мне. Ну, в этом году, наверное, уже не буду. Единственное, что сейчас, может быть, какие-то распродажи будут. И на распродаже взять какую-нибудь красивую обувь себе. Да? Главное, вначале купить платье.
И последняя вещь, которую я вам покажу в это видео, это вот такая вот хлопковая футболка. Я ее взяла в размере S, и мне очень понравилось в этой футболке то, что она удлиненная, она не коротенькая, а именно та длина, которая мне очень сильно нравится. Я взяла в размере S, чтобы она сидела и не оверсайз, и не в облипочку, то есть она сидит вот то, что лично для меня нужно. По материалу это хлопок. Ну, по крайней мере, да, очень. Ну, я практически уверена, что это хлопок. Опять же, все очень ровно, качественно сделано. После стирки никак даже не помялся вот этот рисунок. Это наклеено, то есть, ну, как наклейка такая, девочки. Вот так вот сделано, но очень качественно. Ничего не помялось, ничего. У меня есть желтые такие брючки, с ними будет просто потрясающе смотреться эта футболка. Обычная такая базовая, опять же, я не включаю освещение дополнительного, потому что иначе она как-то, у меня камера начинает какую-то ерунду снимать. Вот такая обычная базовая футболочка, тоже покажу, как смотрится на мне. И вот, девочки, футболочка, вот это вот, видите, она насколько длинная. Вообще очень классно. Мне вот это очень понравилось в этой футболке, потому что обычно футболки, ну, где-то вот такие коротенькие, еще и задираются постоянно, да, а здесь вот, вот так вот, мне кажется, очень классно. И вот эти мои желтые штанишки, но единственное, что у меня оборвались белые кеды, девочки. Вот и все это очень классно бы смотрелось с белыми кедами, белый рюкзачок. И вообще очень-очень классно, на мой взгляд, смотрится, мне очень нравится, вот. Вот так вот, видите, то есть сзади тоже все прикрыто, все, что нужно. И мне этот вариант прям вообще очень нравится. Единственное, что да, нужно белые кеды, но сейчас будут распродажи. Я думаю, что я себе на замену. У меня моим кедом, которые порвались белым, девочки, им, наверное, я не знаю, сколько лет, 5, наверное. Я их 100 лет в обед покупала, их давно уже надо было заменить, потому что они у меня стираны по 500 раз. Но вот настал их черед поменять сейчас. Вот летние скидки, распродажи, я обязательно их поменяю. Мне очень нравится такая футболочка. Вот, так что класс. Такое прям летнее солнечное настроение того, чего не хватает в Питере. Но вот это вот, вот эту футболку, я думаю, что я еще успею поносить. А платья, наверное, уже нет. Так что вот такой вот у меня был заказ, но в любом случае платья эти такие, на мой взгляд, достаточно классические. Они, ну, если даже я не одену до конца этого лета, то я думаю, куда-то, если поездка на море, я обязательно их возьму с собой и с огромным удовольствием буду красивой очень. Мне они действительно очень нравятся, девочки, от всей души вам советую. Все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе, а также промокод тоже оставлю вам внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Оставляйте свои комментарии. Заказывали ли вы с этого интернет-магазина? Как вам вещи? Как вам то, что заказала я? Я с огромным удовольствием почитаю. Всех люблю, целую и до новых встреч!